стране выздоровели и выписаны из больниц 64 200 пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зарегистрировано 68 614 человек с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории обработали свыше 1 353 000 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Инфекционисты, реаниматологи, врачи скорой помощи и лабораторной диагностики, медсестры из разных регионов Беларуси. Президент вручил им государственные награды за работу в пандемию, орденов и медалей удостоены почти полсотни специалистов. Были благодарности родственники пациентов, которые тоже звонили, там, благодарили. Там. Но для нас это не главное, то есть благодарность, а главное то, что они поправились, и то, что, ну, то есть, что они выжили. Приобретен опыт, наработаны какие-то свои методики лечения, наработаны какие-то свои взгляды на эту патологию и меры, которые позволят принести помощь больным и обезопасить персонал. Между тем, для белорусов открыли въезд в Черногорию. Об этом сообщает пресс-служба иностранного правительства. Кроме нашей страны, в список добавили Азербайджан, Канаду, Россию, Украину и Зимбабве.